Выздоровевших, увы, меньше вновь заразившихся, в то время как с больниц выписали лишь 7, по данным на 15 апреля подтверждено 19 новых заражений COVID-19. Из них 5 в Бишкеке, 12 в Аше и 2 в Ужской области. Количество заболевших достигло 449, что самое тревожное. 15 из 19 новых заболевших – это врачи. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 15 случаев, к сожалению, из которых 3 медицинских работника из города Бишкек, 2 из Ошской области и 10 случаев в городе Ош. Таким образом, всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 98 случаев. Здесь я хочу оговориться, что за время, начиная с первых случаев вот до сегодняшнего дня, служба общественного здравоохранения в основном определила уже границы очагов эпиднеблагополучия, уточнили первую волну, вот завоз инфекции у нас произошел в страну, затем вторая волна – это контактные люди, близкие контакты, затем на третьем этапе мы сегодня регистрируем больных уже среди, передача идет среди местного населения. И вот в этих условиях медицинские работники активно работают над проведением противоэпидемических профилактических мероприятий. И, к сожалению, вот в случае заражения COVID у нас происходит. По словам Нурбулота Усенбаева, главного санитарного врача республики, коронавирус очень вирулентный, высококонтагиозный. Лечить пациентов на расстоянии доктора не могут. Приближаясь к инфицированным, чтобы оказать помощь, они оказываются в самой заразной зоне. И не всегда спецкостюмы могут их защитить. Не говоря уже о том периоде, когда средств индивидуальной защиты и вовсе у наших медиков практически не было. Всемирная организация здравоохранения сегодня сообщает о более 22 тысячах заболевших медработников по миру. Ситуация немножко улучшилась, потому что уже в некоторой части границы начали открываться. К нам в страну стали поступать большие партии гуманитарной помощи в виде средств индивидуальной защиты, в виде масок, респираторов, перчаток, бахил и других средств защиты. И мы прямо с колес стараемся все это отправить в те точки, где у нас идет обслуживание вот, коронавирусных больных. Поэтому нашим медицинским работникам тоже вот такая работа предстоит, и мы работаем в тесном контакте. И для того, чтобы сказать, от чего же все-таки идет вот заражение, на сегодня очень сложно, поэтому по каждому случаю мы постараемся разобраться. Созданы специальные группы, которые состоят из ведущих специалистов, из специалистов в области вот инфекционного контроля, которые на сегодня по республике проводят вот эти исследования для того, чтобы выяснить причины заражения и выработать непосредственно рекомендации по профилактике таких случаев. На сегодня с момента первой госпитализации в республике выписано 78 человек. В стационарах продолжают получать лечение 366 инфицированных. 11 из них в тяжелом состоянии, в реанимации 7. Состояние других 355 пациентов физически удовлетворительное. У многих и вовсе течение болезни проходит незаметно. Однако сам факт, что больной заразен, подавляет его, заставляет чувствовать себя ущербным, а у других вызывает и вовсе агрессию. Действительно, иногда мы сталкиваемся с этими вопросами. Депрессивные состояния могут возникнуть, реактивные какие-то состояния. Чтобы оказать вот такую помощь, привлекаются у нас специалисты-психологи. У нас и в наших лечебных учреждениях есть люди, которые подготовлены в этой части, чтобы они смогли прямо оказывать эту психологическую помощь. Такие факты у нас есть, правда, отдельные люди пока у нас держатся, потому что в большинстве случаев иногда это проходит бессимптомно, но все-таки эта помощь предусмотрена. Иногда эта помощь нужна и нашим медицинским работникам. Как отметил Нурбулот Усенбаев, в республике идет уже третья волна заболеваемости. То есть после выявленных завозных случаев, зараженных ими их близких, сегодня болезнь проявляется уже у более далеких контактов местных жителей. И у каждого нового заболевшего опять инфекционисты отслеживают путь его заражения и вероятных лиц, которых он мог так или иначе заразить.
На сегодня контактов первой категории насчитывается чуть более 1500, второй категории почти 6000. После проверки этих граждан одних направляют в обсервации, других под домашние карантины. Забор проб для проведения анализов не прекращается. Главный способ диагностики – это ПЦР. За сутки проводится около 1000 исследований. На днях обследовать пришлось и всех работников Минздрава. После того, как выяснилось, что в самом министерстве коронавирусом заболели двое сотрудников, сразу же провели обследование всех контактных лиц. Кого можно было, мы отправили домой, чтобы они дистанционно работали. После того, как выяснилось, что сотрудница Минздрава и милиционер заразились, мы обследовали около 100 человек. К сожалению, у нас нет возможности всех отправить домой. В системе здравоохранения сегодня каждый сотрудник ценен как никогда. А режим чрезвычайного положения из-за ухудшившейся эпидситуации теперь введен в Нарынской области. Там за последние дни резко выросло количество инфицированных – с нескольких человек до 35. Круг контактных лиц также очень большой. По данным Минздрава, в область пришлось отправлять специалистов, а также две партии гумпомощи, в частности, в Атбашинские и Джумгальские районы и в город Нарын. Случаев заражения коронавирусной инфекцией пока не выявлено в Талаской области республики.